Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Всем привет, говорит и показывает Москва, с вами Андрей. И сегодня у нас обзор фигурки Евангелиона Тест-Type 01, или коротко Ева 01, из мультсериала Евангелион. В данном случае версия Dyna Action. Фигурка от Tamashii Nations под эгидой Bandai. Ну что здесь еще написано? Multi-purpose humanoid decisive weapon. Что вкратце можно привести как многоцелевое человекоподобное топовое оружие. В данном случае это моя первая фигурка меха по Евангелиону. И вторая фигурка по Евангелиону в моей коллекции. Так что ж, я очень рад. Долго подбирал себе, какой вариант в коллекцию поместить. Мечтал давно о фигурке Евы от компании Medicom. Но, судя по всему, все фигуры этой фирмы не прошли проверку временем. Фигуры людей, да, вот везде, где кожзам, он трескается. У Ев, я так понял, те места, где вот бессуставная фишка, да, у Medicom'а, резина лопается со временем. И, соответственно, на данный момент мне вот именно фигурка Dynaction от Bandai больше всего понравилась. Есть еще классная 3-0 называется, да, контора. Там здоровская тоже моделька. Но мне вот понравилось больше вот именно это. Фигурка у нас 2020 года. Досталась мне от дизайнера Тихоокеанского рубежа номер 2. Да, вот так вот. Повезло мне познакомиться с человеком. В ближайшее время он мигрирует в Японию. Надеюсь, будем держать связь. Вот. Желаем удачи, если будет смотреть это видео. Таким образом, ну, кто не знает, Евангелионы, или сокращенно Евы, это биороботы, или скорее даже киборги. То есть вот это вот все металлическое, да, вот наружная броня, это именно как броня идет. Внутри это некое существо, созданное из биоматериала, так сказать, богоподобных существ, называемых в сериале ангелами. Вот, спойлерить не буду больше, кто не смотрел, посмотрите. Кто смотрел, все уже знает. Первую Еву пилотировал Хикару Синзи. Как я понимаю, выпущена первая Ева от Dynaction и вторая. Первая Ева также была перевыпущена в 2022 году. Не знаю, самая ли большая ли эта фигурка на данный момент Ева. Ну, во всяком случае, она гигантская. Коробку они сделали в лучших традициях вот, фигуры середины 2000-х годов, когда не экономили на упаковочном материале. Коробка очень размашистая. Сама фигурка, такое ощущение, может уместиться в треть этой коробки. Ну, что мы здесь видим, непосредственно промо-фото самой фигуры. Шикарно. Здесь у нас Евангелион шагает. Здесь у нас обязательное промо-фото, показывающее достоинство фигурки по артикуляции. Внизу у нас различные аксессуары. Вот такая красота. Давайте посмотрим с этой стороны. Тоже фигурка. Так. Коробочка у нас вот здесь вот имеет дверцу, створку, да. Таким образом. Внутри мы видим Евангелион. И коробочка на магнитиках вот так вот доводится и закрывается. Все очень круто. Итак, еще раз. Боксарт крупным планом. Вот так это выглядит. Здесь вот такие у нас наклеечки. Tamashii Nations. Здесь у нас Tamashii Nations Quality. Здесь Евангелион Official Licensed Bandai. Поближе. Так. И здесь вот такая важная информация для коллекционеров. Вот такая вот инфа на японском. Это, видимо, каушин. Ну, еще раз посмотрим
поближе, что у нас внутри, в виде такой репортажной съемки, слишком большая фигурка. Здесь у нас показана функциональность самой фигурки, да. Рендеринг такой компьютерный. То, как она может изгибаться, где какие у нее суставы. Все очень круто. Зацените. А Ева 02 там еще короче сделано. Но, к сожалению, ее нет. Вот различные. Состояние берсерка показано. То, как шея сгибается, рука отводится. Очень круто. И еще раз Ева на блистере. Вот так это выглядит. Вот такая красота. Так, ну что ж, давайте достанем внутренности, еще раз посмотрим. Итак, продолжаем репортажную съемку. Вот так выглядит Евангелион на блистере. Сменная вот эта вот пластина на плече для имитации эффекта того, что она достает тактический нож свой. Винтовка вот такая идет. Непосредственно нож. Микрофигурка Икару Синзи. Здесь у нас сменный рог. Точнее, запчасть. Как я понимаю, сломается. И целых 8 дополнительных рук. Вот таким образом. То есть 8 и еще... 8 ладоней, еще 2, 10 ладоней все в комплекте. Вот так вот фигурка выглядит на блистере. Едем дальше. Итак, под основной фигуркой идет блистер с подставкой. Вот так выглядит. Подставка обалденная, с классным дизайном. Мне нравятся прозрачные подставки. Очень воздушно так выглядит, не напрягающе. Черный обычный, вот как кусок пластика, а здесь все по делу. Кабель подключения Евы. Ева могла действовать ограниченное количество времени, в зависимости от заряда. И чтобы его продлить, соответственно, вот этот кабель подключается. Ну, в мультике. А первая Ева поглотила ядро ангела. Это Кайдзю тамошнее. Вот. И получила бесконечный источник энергии. Это стоечка. Все классно оформлено. Даже декали на самих элементах есть подставки. Все очень круто. Окей, едем дальше. Итак, ну давайте начнем издалека. Да, конечно, подставка просто шикарная. Бандай большие молодцы в производстве подобных вещей. Она полностью сборная. Значит, соответственно, вот этот клешни, да, с артикуляцией. Вот. Для фиксации фигурки на всей подставке используется фиксатор, соответственно. Здесь вот надо будет, она снимается так вот, да? Чтобы зафиксировать, к примеру, вот так, здесь нужно просто зажать вот эти переключатели, как бы. Вот так вот. И все. Клешни перестают открываться. Обратно делаем, и они дальше, соответственно, работают. Здесь вот такой вот переходничок есть. Не совсем я понял для чего, потому что эта штука сюда тоже налезает. Мне, к сожалению, в этой коробке нет инструкции. Далее, здесь, соответственно, стойка входит вот так. И, соответственно, может еще удлиняться. Вот так. При этом, также на нужной высоте можно зафиксировать вот таким образом. Дальше она не двигается. Снова открыть, нужно изменить высоту. Точно так же вот этот поворот, вот этот поворотик у нас на фиксаторе в нужном положении сделали и зафиксировали. Вот так вот, хоп, все, больше не крутится. То есть фигурка супер надежно закреплена. Открываем, опять поворачивается. Также интересный момент, база подставки. Вот это вот. Она тоже наборная. То есть вот эти элементики можно поднять. Вот так. Получается, вот эту штуку тоже, как я понимаю, можно открыть, сюда сдвинуть.
и сделать вот здесь базу. Но я не буду сейчас делать, там отщелкивать надо. То есть чуть-чуть изменить положение, как я понимаю. Так. Здесь, соответственно, тоже отсоединяется. И здесь точно такие же вот эти элементики. То есть здесь вот эта центральная часть, она двигается. Окей, посмотрим на саму подставку. Она просто обалденная. Да, она, по-моему, вообще двусоставная. О-о-о. Все можно разбирать. Давайте посмотрим на дизайн. Здесь написано Evangelion 01. Тестовый тип. Тестовый вариант. Так, здесь что? Здесь что-то на японском. Такая красота. Здесь Eva number one. Окей. Вот такой классный дизайн. Ну, как будто бы шахта, откуда Ева появлялась. Так, также на нижнем этаже аксессуаров у нас был вот этот кабель. Давайте посмотрим на него поближе. Энергетический. По ощущениям, прям как настоящий провод. Электропровод. Вот так. Ева, соответственно, коннектится с этой стороны. А вот эту штучку можно непосредственно установить на любой из вот этих слотов. Тут их много. На подставку, как будто она подключена. Вот такая крутизна. Едем дальше. Небольшая ремарочка. Bandai Spirits Made in China. И некий номер. Итак, оставшиеся аксессуары. Ну, начнем с самого главного аксессуара. Это непосредственно пилот Евы. Супер маленькая деталь. Смотрите, какой крох. Вот. Но тем не менее, обалденная детализация. Он не покрашен. По-моему, кстати, во втором выпуске Евы 01 он уже в цветах. В данном случае маленький темненький, случайно чихнули, улетел. Коробку открываете, он куда-то выскочил. Постарайтесь не потерять. Первым делом лучше аккуратно открыть и вот этот слот заклеить скотчем. Потому что это очень крутой аксессуар. Посмотрим поближе на детализацию. Фокусируйся. Вот. Ну, Шинджи узнается, конечно. Так, на ногах то ли краска, то ли излом. Вот, ну, попробую покрасить. Итак, следующий аксессуар у нас, вот еще раз, это вот наплечная пластина, да, вот, у Евы в открытом состоянии, без артикуляции, это имитация, да, что, конечно же, не очень хорошо, зато у ножа есть артикуляция, и, соответственно, таким образом можно зафиксировать в этой пластине нож. Так, если я правильно это делаю, вот так установить на Еву. Здесь вот просто на балете пластины крепятся, вот как будто она выхватывает его. Раз, очень надежно, кстати, крепится вот таким образом. Так, ну сам непосредственно нож, минимальная окраска, но очень круто. Gunmetal, так сказать. Серебро. Блеска. Здесь у нас SHV. Вот так. Так, следующий аксессуар. Винтовка. Серебристый наконечник дула. Вот. И желтый цвет. Ну, кастомайзеры могут вообще улетную вещь сделать. Ну, выглядит очень достойно. Никаких секретов нет, как я понял. Ну, рог сменный. Ничего особенного такого. Просто если он потерялся или сломался. Конечно, при падении он сразу ломается, это пластик. И несколько пар кистей Евы. Вот так, открытая рука. Так.
рука для автомата, как для левого, так и для правого. Левши и правши. Интересно. Ну, просто здесь сокет такой. Под болт джойнт. Да, это резина. Резиновые ручки, кулаки. Ева у нас и стреляла, и рубилась, и рукопашная кулаками. То есть, ultimate оружие. Отлично скульпт. Так, и карате хэндс. Вот такие вот ладони. Хорошо покрашено. Так, окей, едем дальше. Так, ну теперь сам Евангелион. Давайте посмотрим его рост. Рост фигурки. Да, приблизительный. Ну, порядка 40 сантиметров. Плюс чуть-чуть еще, если учитывать рог. Да, фигурка, конечно, очень больших размеров. Сложно ее демонстрировать. Давайте посмотрим в таком виде хотя бы. Вот, Евангелион. По-моему, идеальный скульпт. Выглядит так, как мы все его запомнили из сериала. Вот так. Очень хорошие пропорции, как по мне. Передает дух Евы. Так, с обратной стороны. Детализация подошв ботинок сбоку. Сбоку его на ноги. Здесь написано Project Yellow, Евангелион номер 1 Test Type, Nerf Tokyo 3. Так. С обратной стороны предплечья те же надписи, и с этой стороны то же самое. Окей. В игру есть металлические части. Вот эта грудь. В этом месте металл. Вот этот момент металлический. Часть головы. То, что я увидел. Вот эти элементы. Металл. Возможно, суставы. Да, металлические. И подошвы. У фигурки очень приятный такой коллекционный вес. Просто супер. Окей, давайте пройдемся по артикуляции. Самый крутой момент. Это режим берсерка. Открываем рот. И видим биологическую основу Евы. Вот так это выглядит. Супер. Редко какая версия такое позволяет. Закроем рот. Дальше голова на болт-джойнте. Классная артикуляция шеи. Обратите внимание. Вот на этот сустав. Видите движение. Следует за головой. Наклоняется. Глубокий наклон головы, груди. Можно сделать подъем. Вот так. Соответственно, рука отводится. Здесь такая система суставов. То есть вот эти вот крылышки тоже крутятся. На балах рука максимально отводится. Смотрите, не поцарапайте, отводите вот эту вот часть. Вперед, назад, в груди даже играет вот так вот. Так, вот такой болт,
Здесь дополнительный шар с приятным кликом. И snubble joint. Верхняя часть груди. Также с артикуляцией, как вы видите. Есть поворот глубокий на пол талии. Вот так вот отводится нога. Возможно, даже больше надо чуть-чуть разработать сустав. Поворот в бедре есть. Сгибание колена. С обалденной технологией, видите, уходит панелька сюда. Полный изгиб колена. Если выпрямляем, панелька возвращается. Супер. Так, здесь у нас, что касается стопы, есть наклон, носок и даже так, полная артикуляция. 100% из 100 по артикуляции. Вот таким вот образом. Ну вот я дополнительно изогнул ее во всех местах. Соответственно, все понятно, исходя из этой позы, что любую сцену там, да, любую экшен позу можно с этой конкретной фигуркой воспроизвести. Ева очень такие гутоперчивые, подвижные были в фильме, поэтому это немаловажно. Вот. Я немного не разобрался с полным шпагатом, возможно, здесь как-то можно повернуть этот сустав. Но я пока не стал рисковать, потому что, конечно же, краска может ободраться. Вот. Здесь вот тоже чувствуется холод, то есть это металл. В лучших традициях бандай, конечно, собрана фигурка с обалденной артикуляцией. Всем фанатам Евангелиона рекомендую. Сам фигурка очень доволен. Буду искать вторую Еву. Не знаю, нулевая выходила или нет. Хотелось бы все три. То есть основные Евы с главными героями. Ну и продолжу искать медикумовские фигурки. Нужен еще Синзи и Аска. Будет полный комплект. По функциональности единственный недочет, то что у фигурки не открывается вот эта верхняя панель, чтобы загружалась капсула с пилотом. И соответствующего аксессуара нет. Хоть я не очень люблю, когда много аксессуаров в фигурке, потому что они могут теряться. Но тем не менее, здесь я бы хотел, чтобы было копье Лангини. Такой знаковый аксессуар, которого нет. И во второй версии этой фигурки 22 года они добавили копье Касси. Это очень круто. Чтобы эта фигурка стала легендарной, хотелось бы, чтобы добавили, конечно, электронику, чтобы горели элементы, глаза, к примеру. Ну и включили бы уже упомянутый аксессуар. Тогда бы эта фигура стала легендарной, а так это просто крутой премиум класс. Всем спасибо за просмотр, всем пока.